Привет, я Никита Власов, и в эфире телеканала, который вы сейчас смотрите, «Прослушка», программа о карельской музыке. Мы продолжаем расширять кругозор жителей республики, неравнодушных к прекрасному, сегодня в зале Петрозаводской консерватории. Песня из фильма «Сердца четырех», вот конца 30-х годов, вот, начало 40-х буквально. Ее поет Валентина Серова, актриса там в фильме. Но она очень хорошо ложится на вот такую джазовую обработку, то есть стилистика песенности того времени очень близка даже вот этим и джазовым стандартам 30-х годов и, американским, и она очень такая напоминает прям настоящую такую джазовую балладу, то есть она на самом деле очень легко поддается этой обработке. Встреч, но ведь не было встреч.
Прослушка в эфире телеканала, который вы сейчас смотрите. Что это за проект такой? В чем суть? Мы с Ольгой, в частности, уже несколько лет практикуем такую идею, как исполнение русскоязычных советских наших песен в джазовых версиях, джазовых обработки, да, то, что джаз в основном, ну, как бы, что касается вокала, это англоязычная музыка, да, а хочется, чтобы звучали и наши отечественные тексты, да, но вот в таких версиях стилистических, которые вот нам интересны в плане джаза, да, и вот суть вот такого стыка. Это не что-то такое вот эксклюзивно новое, это делают и делали, то есть поэтому это не значит, что мы здесь какое-то вот совсем вот такое открываем что-то, да, то есть это традиция как бы и таких вот как бы джазовых обработок, да, когда джазовые музыканты берут и классические репертуары, даже и роковые, и любой, да, и вот как бы помещают это вот в мир своего дыхания, пульса, своих решений, да, то есть вот джазу как бы джаз расплавляет все. Джаз интересен тем, что это вот уже такое очень широкое, размытое даже понятие. То есть и фолк, да, и академическая музыка, и рок-композиции, и, собственно, джазовая музыка. То есть, как бы, можно сказать, джаз в свою орбиту, как бы включая какое-то направление, да, какие-то вот формы, да, делая это по-своему, по-новому, да, дает какой-то новый облик, и вот тем он и интересен. Да? То есть джаз – это как бы скорее какой-то как бы кровь, текущая по жилам, да, организм может быть любой. Да. А вторая вещь, что про нее можно рассказать до того, как ее услышат? На что зрителям и слушателям внимание обращать? Ну, это композиция из репертуара Анны Герман, «Человек-чудак», такая шуточная песня, но как бы тут трудно сказать, на что обращать внимание, то скорее больше всего здесь как бы, ну, интереснее, как бы больше считает каких-то моментов человек, который знает первоисточник, знает оригинал, и именно те какие-то изменения, как бы какие-то вот, ну, особенности, которые аранжировки мы добавили, то есть они вот как бы сравнение первоисточника и этого решения может вот как бы как-то зацепить вот внимание, обратить человека на эту деталь или на эту, то есть как бы больше это скажет тому, кто знает или послушает, как это исполняется вот в традиционном виде, как исполняют певцы того времени, и вот именно соединит это в своем как бы сознании вот с нашим решением, ну, в плане аранжировки, исполнения текста, какие-то изменения там гармонические, ну, для более так, музыкантов и знающих людей. Thank you.
Это все, что мы успеваем показать вам сегодня. Съемочная группа «Прослушки» благодарит Петрозаводскую консерваторию и фестиваль «Глазунов джаз» за помощь в организации съемок программы. Все выпуски «Прослушки» ищите на сайте телеканала и в группе телепроекта ВКонтакте. Увидимся через неделю. Пока!